Оставь розетку мне. Мне надо срочно обновить свой блок. У меня заряда еще на несколько часов. Это же ультрабук. Все в порядке. С ультрабук все прочее кажется старомодным. Представляем ультрастильный ультрабук с ультраемкой батареей. Новую категорию компьютеров на базе процессоров Intel. Доброго времени суток всем, дорогие друзья, с вами Каспер, с вами StarLadder TV, с вами Пульс против No Tide Hunter, ну тут они Turtle Masters подписаны. Кстати, я забыл сказать, что читаю я по-прежнему Twitter хэштег SLTV, либо же мне в личку адресуйте ваши вопросы. В общем, друзья, инмейта взяли стендина вместо секси бамбу из-за того, что у бамбу постоянно отваливался интернет, инмейт просто прыгнул на слот. Рижен говорит, ну давайте погнали, ну и погнали. В принципе, можно. Ладно, Лондруид, Баунти Хантер, два первых пика. Инмейт мне уже написал, что там у них какой-то адовый трэш вообще в скайпе, и непонятно вообще, что происходит. Этому у него вы... Не знаю, как-то выясним во время следующей игры, я думаю. Ну да ладно, ничего страшного. В бане у нас Магнатавр, Бэтрайдер, Висп, Квапа. Вообще всяких быстрых героев банят No Tide Hunter. Видимо, видели, что происходило только что в предыдущей игре, опять же. Да, спрашивают Microskills. Отличная музыка. Да, я знаю. Дарксир Темпларка. Интересно. Ну, интересно, в первую очередь, кого в мид отправят. Вот это интересно. Лишрак есть. Кстати, очень может быть, что Лишрак у нас уйдет в мид. Кстати, да, по поводу фиста Найкса. Да, действительно, урон, ну, он забирает, да, в процентах ХП. Урон наносится физический, а процент ХП, который он стилит, он вот, ну, такой, как он есть, процент ХП. Так что там все очень жестко. Вообще, да, дэмэдж наносится физическим уроном. Все там очень хорошо учитывается. Ну, не то, что какая-то жесткая имба, что пробивает всех и вся. Хотя пробивает он неплохо. Ну и No Tide Hunter. Очередная, точнее, вторая стадия банов. Минус Рубен. Моментально банит котла. И также моментально банит Shadow Demon No Tide Hunter. Что-то с банами попроще дело обстоит у них. Ну, видимо, не хотели давать связку Лишрак Shadow Demon. Даже в мид, например, его отдать было бы очень классно, я считаю. А придется, мне кажется, кого-то другого сейчас добирать команде Пульс. Возможно, даже менять роли. Но, опять же, увидим, как оно все будет на самом деле, кого доберут дальше. Минус также Свен, Энигма и пока не ясно. Ну же. По фасту, ребят. Ну, задумались почему-то пульсы.
Так, тут продолжается обсуждение того, почему могли забанить про Доту. Ну, не знаю почему. Могли почему-то забанить. Да ладно уже, какая разница. Я думаю, они там сами разберутся, ничего страшного. Так, что же у нас тут? Виномансер последним баном от пульсов. И моментальный пик ТХД. Кстати, ТХД почему дожил вообще до второй стадии пиков. Джакира. И Nature's Profit. Мне кажется, или в командах, где играет инмейт, берут Nature's Profit. Чаще, чем в других командах. В общем, что-то тут явно не то. Мутки какие-то мутят. Ну что ж, ладно, посмотрим. Минута осталась времени на обдумывание No Tide Hunter. Ну так, Darkseer пойдет в сложную. Вероятнее всего, или это будет вообще какая-то жесткая трипла. Там зомби Джакира и кто-то еще. И Darkseer вообще куда-нибудь в легкую засунут. А триплой пойдут сложно убивать. Никс Ассасин. Хотя толку тут от Никс Ассасина. В принципе, нет никакого на самом деле. Особо и выйдеть нечего, скажем так. Диаболики нет. Стан может быть. Там сюрикен может быть. Ну и все. Каспер, давай ты на следующую игру пойдешь к ним стендином. Ну, я на самом деле только за. Строил инмейта по блату. Луна залетает как керри. И Луна у нас будет стоять. Фармящая Луна будет стоять на топе. Уморили меня пульсы за сегодня. Вайпер! О мой бог! Они решили меня порадовать сегодня. Я столько разглагольствовал по поводу этого чудесного героя. Ну, посмотрим, насколько же он все-таки действительно чудесен. Керри достаточно необычный, скажем так. И против темпларки интересно, кстати, как он будет заезжать. Инмейт будет играть на Лишаке. Рижен будет играть на Nature's Profit. Никва, Вайпер, EGM Bounty Hunter и Лондруид Мини. Команда No Tide Hunter, Envy, Зомби, Адмирал, Бульдог, Darkseer, S4 на Темпларке, Лода на Луне и, соответственно, у нас остается Аки, который будет играть на Twinhead Dragon. Вот, все. Вилат-то меня еще попиарил, ну, такое себе. Понятно, все опять передают приветы друг другу, да, чмавки-чмавки. Поехали смотреть. Вайпер у нас уходит в мид, судя по всему. Медвед, ну, Баунти Хантер в сложную, да, Медвед фармить легкую с Лишраком и Фурионом. Кстати, стоит отметить то, что... Да, пошла жара. Стоит отметить то, что очень хороший пуш-потенциал имеется у этой линии с Медведем, Лишраком и, опять же, да, Фурионом. Я думаю, еще увидим, как эти ребята будут забегать жарить. Что тут? Есть что-то интересное. Uncommon. Ну, Rare Shoulder, они миллиард раз уже у всех были. Я вообще начал собирать коллекцию оружия. Вот пока все равно заниматься нечем. Store, Backpack. Ну, пока коллекция достаточно скудненькая. 4 пушечки. Но зато они прикольные. Я просто ломаю все, пока у меня не выпадет какая-нибудь пушка.
пока еще ничего не выпало, но надежда умирает последней. Заходит дерево, проверяет, все ли тут по феншую. Руны нету, руна на топе реген. Да, инмейт помигал, что здесь находится руна регена. И адмирал Бульдог, кстати, направился туда же. На эту же руну регена. Ну и вроде как все нормально сейчас. Конечно, вот эта трипла, да, трипла уходит в сложную. В легкой будет у нас стоять Дарксир. Немножко я не угадал. Угадал изначально по поводу триплы в сложной, но не думал, что будут там они как-то с луной наводить ветер-ветер. И у адмирала Бульдога тут действительно будут достаточно серьезные проблемы. Есть мнение. Бежит уже его Мишка. Также тут рядом уже инмейт. Ну, конечно, спасает очень сильно большой рейндж. Естественно, конечно, демеджа еще не хватает. Полетел ТХД вместе с Envy. И сейчас они найдут Nature's Profit. Вопрос в следующем. Не нашли они Nature's Profit. Идет зомби, за ним летят мухи. Ну и все вроде как по феншую. Кстати, мини. Мини-дружаня, бежать. Замерз. Очень неприятно. Посмотрите, как много демеджа получает здесь мини. Ну, не хватило рейнджа, безусловно, для Люсенбима. Хотя рейндж, ну, не знаю. Не врут. Ну, такой. Где-то в экран рейнджи. Также еще инмей туда осталось. Ой, Envy куда-то вообще не туда побежал. Получил лишнюю плюху от Тауэра. Кстати, можно было попасть. Да, и попадают. И начинают бить зомби. У зомби есть дикей. Сейчас опять подлечится. Боже, у бедного... Медведя, у него просто 416 хп осталось. Короче, непонятное что-то происходит. Медведь идет, грызет всех. Были бы, конечно, тут у медведя корни, он бы всем тут показал. Но, опять же, только самое начало. Медведь не так уж много дамаги вносит. Но, тем не менее, доставляет определенные трудности. Мы видим, что зомби сейчас будет вынужден, скорее всего, вернуться на базу. Ну, 220 хп, не так уж и много. Одними тангусиками не откушайся. Хотя, может, там фласка есть. Да, есть фласка, все, дают фласку Envy, и он спокойненько себе дальше идет. Так, что там у нас по крипстатсу? По крипстатсу очень интересно то, что у Вайпера в миде 5 крипов, а у S4 15 крипов. В общем, S4 пока полностью доминирует над Вайпером, хотя, что тут можно сказать? Вот, Вайпер отстает, кстати, достаточно неплохо. Ну, рефракшн так слетает хорошо. Мы видим... Так, тут у нас погоня Envy за инмейтом. Был бы инмейт второго уровня, конечно. Можно было бы уже и поднарезать. Так, ТХД не стал стрелять. А вот могли ведь забрать пацана. Банально лед попал, и все. И до свидания, дружане. Но нет, не стали пытаться добивать товарища. Ну вот и Никва сейчас потихонечку переходит в наступление. Вот, видимо, он уже начинает добираться по крипам, скажем так. Залетает такая неприятная плюшенция. Там уже обузится во всю ботл. Но на самом деле, вот сейчас раз, и все. И можно очень жестко харасить сейчас S4. Он очень сильно будет терпеть. Придется ему сейчас потратить ботл. Тут проблемы у мини. Маны нету у лоды для того, чтобы завершить сие грязное деяние. Прилетели с N3. Вайпер собрался убивать S4. Очень любопытно. Ну вот видим, что старается он тут всеми неправдами сбивать этот рефракшн. Видим, что обзор послался там всего лишь один стак. Вот прилетела банка. Я против Вайпера особо не побоюсь. Вот сейчас будет третий поизон, и он будет без кулдауна. Это очень важно. Все, начинает заливать Вайпер. Очень неприятно S4. Вот с пятого уровня Вайпер становится крайне-крайне плохим персонажем. Вот сейчас могут быть очень серьезные проблемы у S4. Нужно его блочить. Хорошо, все, никак нельзя уйти. Там уже First Blood делает Луна на лон-друиде. А тут проблемы у S4. И он умирает, судя по всему. Так, ну тут сейчас N3 просто воткнется. И... Так, а Лода там внизу делает даблкил. Да ладно. Что тут происходит? Зомби... Нет, не уходит зомби. Зомби убивают. Хорошо. This is exciting. Да, ну вышка тут неплохо пушит.
Хотя на месте Лоды, мне кажется, необходимо быть чуть более осторожным. Да, с 7390 хп, ну, уже нормально он там себе ПТ-шечку приобретает. Но вот С4 опять получает, причем очень больно получает. Еще последняя плюшка залетает, но там рефракшн. Да куда ж ты развернулся, братюнь? Вот сейчас 20 маны, сейчас просто дать у него плюшенцию одну на развороте, и все. Ушел С4. Обидно, я думаю, должно быть это Никве. Ну, в любом случае, дэмэджа Вайпер носит очень много за счет этого Незертоксина. Ну, тут все, пришел зомби в мид. И, возможно, Никву убьют. Тут также у нас есть еще и Рижен. Рижен хоть как-то сейчас пытается отвлечь на себя внимание. Не получается у него этого сделать. Дикей немного не точно. Хорошие, ну, более-менее деревья, скажем так. Вайпер успевает откинуть ульт в С4, а тут приходит инмейт. Но инмейт с диаболиками. Давай, беги в упор, когда подбегаешь. Есть мнение, что больше урона наносят диаболики. Стан мимо. Ну ты кривой, ладно. Я потом ему расскажу. Так, ну все. Что, никто не прилетит, что ли? Да ладно. 3, 2, 1. Ну все, вот Вайпер должен прилетать уже. Джакира в это время внизу делает минус. Тут идет погоня Адмирала Бульдога за EGM-ом. EGM особо не комплексует, увидев Адмирала Бульдога здесь. Вакуумом ломает просто Бульдог себе здесь все. 5 стаков, кстати, имеется в стике. Ну и Транквил. Сейчас тут Транквил и 5 стаков, я думаю, быстренько нормализироваться должно состояние EGM-а. Киллинг спри. Да что ж там происходит? Ланайка 80 хп остается у Ланайки. Счет 2-6 тем временем. Смотрим по деньгам. Уже 3 с копейками в пользу No Tide Hunter. И там 2,5-3 тысячи также по XP. Очень много. Очень много. И видите, просто на валах бегают пацаны. Еле живые. Но тем не менее. Вышка, кстати, сейчас будет падать уже. Опять прилетает. Ну, хотел, точнее, прилететь Фурион. Забирает вышка, кстати. Летит. Кура. Нет, Кура успела все-таки повернуть. EGM-то шустер. Опять вакуум и уходит. Ну, понятно. Я не знаю вообще, на что рассчитывали здесь ребята, если честно. Потому что как-то попахивает все это дело вот не тем, чем надо. Так, мини. С корнями уже. Все хорошо у мини. Ну, понятно, шестой левел. Что я вообще несу? Естественно, с корнями. И куда? В мид полетят, наверное. У Никвы в центре все достаточно печально. Видите, у него один фраг вроде есть, но также у него имеется две смерти. И если посмотреть общий зачет, по деньгам 2200 у него и 3400 у С4, который против него стоял в миде. То есть там колоссальная разница. Ну и Никву принимаю. Ну, 70 голды забрал и GM. Вроде неплохо. Да, что-то вот тут нарисовал Вайпер. Говорит, что вы все дниве. Наверное, так лучше сказать, чтобы... Ну, днище, ладно. Второе слово нельзя говорить. А то нас тоже поставят 18+, и запретит правительство за распространение, я не знаю, чего угодно. Пропаганда наркотиков, например. Но они не смотрели мои стримы, поэтому... А может, они смотрят? Нет, за нами следят. Так, инмейт тем временем, что тапок у него уже есть. Хорошо, тайминговый тапок на 10-й минуте. Не, ну, я его предупреждал, что ему досталось очень плотно, и что я с него просто глаз не буду спускать. На Ланайку. Набросились, просто ее тут разбирают. Ну, Вайпер... А, у Вайпера ульта пока нету. И успевает последнюю тычку закинуть, но EGM не идет по тауэр. Хорошо, заморозочка
Так, EGM. EGM не вылазит. Тут ульт Фуриона прилетел. Вакуум по Никве. Дикей. Никва отхилился банкой. Хорошо, еще плюшку в Адмирала Бульдога. Отъезжает Дарксир. EGM. Поехали дальше. Будет ли атака на Envy? Никва просто балансирует здесь на, не знаю, на кончике лезвия. Потому что, ну, им получить одну плюшку от Ланайки. Там через какой-нибудь, ну, псиблайцами. И все, и чувак отъедет. Да, инвизная руна на топе, нам говорят. Вайпер кричит, мол, я заберу. Мана, кстати, у него вообще полная. Его, кстати, сейчас увидят, то, что он тут бежит. Еле-еле живой. Забирает руну инвиза. И, да, один заряд выпил. Все хорошо. Все, Никва сейчас более-менее живой. Идет куда-то вниз. Тут два пацана с дымовыми шашками отбегают. Вышку не подпушили. Ну вот мы видим, трипла была очень неплохая, поэтому тот весь пуш-потенциал, который мог бы получиться у команды Turtle, она подписана, но это пульс, он сошел на нет. Они могли пойти там, если против них стоял какой-нибудь Darkseer, быстро убивать там этого крипа, ну опять же, да, которого он там айншелл кидает, и спокойно спушить тауэр. Но не тут-то было. Там получилась очень дерзкая трипла. Ну а тут можно сейчас очень хорошо, очень дерзко залетает. Ну, Адмирал Бульдог сурджирует и убегает. Правильно, не стали тратить на него ни там диаболики, ни что-то еще. И спокойненько Дарксира отправили во свояси. Он, кстати, у нас убежал недалеко. EGM его сейчас найдет. Да, вот он его видит. Закинул трек под хвост ему. Хорошо. Вайпер хочет собрать Power Threads. Но это было бы неплохо для Соломида на 12-й минуте. Я так думаю. Харасит, конечно, он хорошо, но толку с этого. Мне кажется просто, что нужно было бы ему качнуть хотя бы на один разочек коррозив скин. Чувак, соберись. У него и крипстац, вы видите, где он находится. Хотя крипстац тут в любом случае так понятно. То есть 4 просто с даггером уже залетает, разводит лишака как хочет. Не дает ему попасть с танчиком. Видите, 3 топовых крипстаца, 79, 71 и 62. Они у команды, ну, Tidehunter, там, Бульдог, Лода и S4, соответственно. Команды пульс, все, мягко говоря, не очень складывается. И... даже не знаю, что тут можно еще добавить. Пытается тут S4 вытанковать так профит на топе. Лоду убили. Хорошо. Луна, ну, ПТ на интеллект. Понятно. А, там Эклипс был. Тогда еще. Ладно, может быть. Как-то затих наш твиттер. Друзья, пишите по хэштегу SLTV. Если вам что-то нравится или не нравится, я не знаю, или можете просто какую-нибудь фигню писать бесполезную. Просто, чтобы было чем заняться во время того, как команды фигней страдают. Что это? Что это за коварнейший план? Угу, понятно. Кстати, медведь сейчас встретится с Дарксиром. Медведь через Мидас. Да, вот он нашелся. В таких ситуациях классно, когда корни проходят. Но не тут-то было. Скушал Мидасом большого кентавра, и все хорошо. Никва тем временем в миде. ПТ уже есть. Уже неплохо, скажем так. Не знаю, не помешало бы... А черт его знает, что тут не помешало. Вроде как рейндж, вроде как ДД неплохой. Вот у него с Незер Токсин залетает 160 урона, если у противника там меньше 20% хп. Ладно, у нас сейчас тут драка нарисовалась. Хорошо, вакуум Рижена просто расчленили. Никва, под замедлением далеко особо не уйдешь. Инмейт промахивается станом и сам умирает, судя по всему. Да, 200 там с копейками в него прилетело. Еще по Никве... Ну, Никва пытается, конечно, убить Аки, переагривает просто вышечку. Трипл килл от S4. Хорошо.
Ну, тут вроде все становится понятно. Смотрим на графики. Более пятерочки тут, более троечки там, по XP. Очень все позитивно для No Tide Hunter. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower has fallen. Итак, а мне интересно, сколько медведь нафармил. Ну, медведя 4200, тут понятно, что у всех уже на 2-3 тысячи больше, чем у медведя, но медведь вроде старается. Мини, Мишку натравил, ну тут, конечно, выбежала такая толпа народа. Ну, вообще не ясно, что с этой всей толпой делать. Понятно, что они очень сильно получают. Хорошо, пошел Эклипс. С4, 86 хп остается. Ланай, ну что ж ты будешь делать? И про, как хорошо, С4 влетает. Теряет Аегис. Погнали за Энви. Инмейт, давай, не прости этого пацана. Хорошо. Вы слышали, что сказал только что Лишрак? Двуногий урод, говорит он, на зомби. Там понятно, что С4 уже Beyond Godlike. Он сейчас еще и GM сможет навешать из Мелда. Инмейт выкупил тему со станами. Говорит, я не буду просто так их давать. Хочу дать по пацану, по которому я могу попасть. Fortified, хорошо. Fortified — это хорошо. Проблема в том, что по левлам тоже очень сильно проигрывают ребята. Тут 13-й, 11-й, 13-й. Здесь 2 11-х и 2 9-х. Так что по XP, я боюсь, вообще график тут не стоит открывать. На такой ранней стадии игры 17-я всего лишь минута, а XP в полтора раза больше. Думаю, понятно, что никому не нужно объяснять. Беда, может быть. Прилетает БХ. Аки заморозочку, и Аки, скорее всего, умрет. Нет, Аки выживает! Аки 60 хп, выжил, и GM побежал дальше. С4 забрал рунку иллюзий. На топе у нас сейчас готовится вылазить Адмирал Бульдог. Корни хорошо проходят по Бульдогу, но тут его нужно просто пилить сейчас в наглую. Не оставлять ему никаких шансов. Вот жалко, что еще одни корни не прошли. Видим, у Мини сейчас серьезнейшие проблемы. Мини 63 хп, убегает С4. Очередная ловушка. Ну, тут опять не прут корни, так не прут. Первый раз тогда прошли, хорошо. Можно даже сказать, наверное, плохо, что они прошли, потому что забайтились, мол, можно сейчас убить этого Дарксира. А Дарксира в результате никто так не убил. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Много сообщений, кстати. Каспер, тебе нужен рар молот на умника в дар? Нет, у меня это тот молот, который я очень сильно хотел. Сейчас все равно фрагов не будет. Вот который вот этот, который такой красивый веник. Он выпал просто в пабе, я играл, и такой молот дропнулся. Это, конечно, крутяк. Как заказывал. Мейт человек олень. Да, кстати, это именно так зовут этого пацана. Почему, когда Вилат сворачивает доту во время стрима, стрим лагает, а у тебя нет? Не знаю, я не сворачиваю доту во время стрима. Вот в чем дело. Окей. Медведь. Мне даже... Мне было бы интересно посмотреть, какие у него есть артефакты, но я не могу сделать этого, к сожалению. Я, кстати, вот недавно совсем предлагал Айсфрогу добавить общий вид карты. Вот намного удобнее. Это я не знаю, к чему сказал. Сказал к тому, что сейчас видно очень жесткая доминация команды. Просто зажимают прямо на базе, разрывает уже. Ну, Tide Hunter. Просветка попала? Попала просветка. С4 пошел дальше гнаться за пацаном. Хули шит.
они сейчас, мне кажется, сделают так, как мы тогда вспоминали в начале трансляции. Запушат тир 3, забив просто болт на тир 2. Про какую карту я говорил? Ну, просто, чтобы сделать общий... Ну, вот, чтобы она открывалась, я не знаю, вот, вот как-то так. И можно было рисовать всякие там стратегии, эти сюда, а то тут, не знаю, особо не порисуешь. Не нравится. Radiant's middle tower has fallen. Так. Кого здесь поймали, не поймали? Нет, никого не поймали. По деньгам тут... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Почти 14. По XP больше 15. В общем, не знаю. Мне кажется, вот пора уже заканчивать эту игру и переходить к следующей. А следующая игра у нас также будет с участием команды Pulse. Не знаю, правда, кто у них там будет стендином. Самому, что ли, напроситься. Я бы им показал, сказал бы я. Не, ну я просто понимаю, что меня посадили бы на того же Лишрака, например, и я бы точно так же бегал, ничего не мог сделать. В общем, прикол. Вот сейчас инмейт, например, получил два удара, и все, и холл ишит. А, также сейчас получит два удара у нас С4, сейчас из Мелда просто плюшку. Тут тоже холл ишит. А, тут очередной холл ишит. Ну и я думаю, нужен четверипл холл ишит, раз уж на то пошло. И к этому все-таки идет. Ultra kill. Блин, этот смех. У меня просто встал, друзья. Нет, не запрещайте мою трансляцию, я вас очень прошу. Не делайте ее 18+. Ну, так... Ну, классный смех был. Я думаю, многие согласятся. В общем, Вайпер хочет убить Envy. Очень интересная теория, на самом деле. Не, он-то его убьет. А вот с С4 что они будут делать? Хотя... поехал, поехала электричка. Мелт. Хорошо. Тут в центре, кстати, стоит, так что мелт не мелт, а по щам можно было отхватить. Так, много, опять же, сообщений. За кого болею? Я не знаю, я болею за инмейта. Вот, я буду болеть за инмейта. Мне очень хочется, чтобы он купил себе госсцептор. Ибо беда. Так. Есть еще топор на Акса, тоже рарный. Да не-не, у меня есть топор на Акса. Что там произошло? Лол-лол. Блин, я, короче, все пропускаю с вашим твиттером. Все, не буду ничего читать. Опа. Рижин какой агрессор-то, а? Посмотрите, просто. Говорит, я хочу тебя убить, Джакира, но Джакира сделал тэп-аут. Мы ты сейчас туголды. Причем он видит вот этого адмирала бульдога, который здесь бегает. И очень сильно рискует. ТП в мид от лоды. Лода мом манта стайл. Я думаю, неплохо. 200 урона субки. И это неплохо. Согласитесь. Медведь. У медведя ничего нету. Это плохо. БКБ вот он, Плара Ассасин. Это плохо, только вот для команды Пульса-то очень плохо, я думаю. Спрашивают, как писать по хэштегу SLTV. Просто решеточка SLTV приписывайте к вашему любому сообщению в Твиттере, и будет у вас хэштег SLTV. Ладно, у нас тут минус Рошан. Судя по всему. Да, минус Рошан. И погнали сейчас за EGM-ом. Сентри. Гема нет, есть Сентри. Ну, EGM сейчас опять идет какой-нибудь инвиз. ХД, давай, маши крылышками. Но он хочет его догнать. И догнал ведь, слушайте. Хорош, просто очень четко. Дарксир заколол банально только что Баунти Хантера. И заход на хайграунд. Лода с момом.
Давай. Еще и Монтецкий можно включить. Ну и сбривать вообще всю эту базу. Так, зато Dire's Bottom Tower has fallen. Хорошо, Рижин старается, старается, пушит линию. Умничка. Вот только Вайпер умер, и остальные сейчас тоже здесь поумирают. Кстати, Лода-то до сих пор Эклипс не юзал. Вот он пошел Эклипс. Один, второй, третий, четвертый, пятый поумирали все. Отличный байбек от Медведя. Медведь пошел дальше воевать. Говорит, я вас сейчас всех загрызу. Radiant's bottom tower has fallen. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's bottom barracks has fallen. Хорошая стяжка. Ой, как-то ХД хорошо зажарил. Как там было больно. Какой ГОСТ? Вы вообще о чем? С одного удара С4 делает там минус 2, кажется. Ну, в общем, было очень больно. Да, вот Темплар Ассасин убило лишь Рака. Ну, там у второго осталось буквально на полшишечки ХП. Иллюзию, кстати, вообще колбасит как-то жестко. Это какой-то Рейден, я не знаю. Рейден Лондруид. Лон Рейден. И GM думает, вот ударить так или может что-то еще попробовать. В результате ни того, ни другого нормально не сделал. Тут у нас падает Вайпер. Стратегическая БКБ. Так, инмейт, инмейт, погодите. Инмейт, Диаболики. Бежит, ловит. И нет! Нет! Помянем его. Просто такой разрыв. Беда, беда. Так, ладно, опять же, небольшой офтопик. Спрашивают... Из той шмотки, которую ты удаляешь, выпадает айтем на того же героя? Да нет, там абсолютно любая вещь может выпасть, но ранга выше. Вот, чуваку анаунсер выпал, например. Неплохо. Зажали в углу С4. Какая стяжка потрясающая! О мой бог! Что они творят? Найс, найс, найс. А EGM-то не так прост. Ладно. EGM, в общем, заканчивается у нас это побоище. Последний АГГ Трайхардс. О, хорошо. Да, 29 киллов у Темпларки за 27 минут. Ну, нормально. Один... Ладно, не буду говорить, кто. Один швед, да, ладно, скажем так. Один швед в минуту. Ну и инмейт. Инмейт нормально тоже на умирал здесь. Ну, впрочем, как и все. 10, 9, 9 смерти. Единственный, кто отличался, Баунти Хантер. Ну, неудивительно, с инвизом-то можно умирать поменьше. Все, давайте рекламка небольшая. И потом последний матч на сегодня. Фнатики вроде бы будут играть в матче... А, не, Маус, да, Маус против Пульс. Это у нас буквально минут через 5-10. Давайте.
Мои рыцари, как вы видите на этом графике, наши продажи выросли на... Простите, что ж такое? Наши продажи выросли на 20%. Что за волшебное устройство предо мной? Это... ультрабук. Он разрешил мне его купить. С ультрабук все прочее кажется старомодным. Представляем ультрастильный, ультрабыстрый ультрабук. Новую категорию компьютеров на базе процессоров Intel.